Всем привет, с вами Мила, и мы продолжаем Horizon. О, в прошлой серии мы что-то, блин, что-то я ступила, короче, с этим... Как там его? Короче, этим самым. Этим самым, вы поняли, про что я? Огнеметом, вот. Не знаю, что-то я ступила. Так, мы взяли задание какое-то у чувачка. Молот и сталь. Молот и сталь. Так, буревестника я опять же говорила, буду на стриме, наверное, мочить. У нас вот еще задание. Смерть с неба нет. Какое, где же? А, вот, заложники. Семиолина. Или давайте молот и сталь, раз уж мы где-то здесь. Недалеко. Пойдемте, сделаем это задание. А, так я что-то ушла. Покрытие с Петрой дополнительно. Ну, давайте поговорим, чего бы нет. Что-то я не поняла. Что-то она должна вроде мне огнемет дать, как мне говорили. А что-то она мне не дала нифига. Ладно, мы это узнаем в свое время. Я думаю. Такая бледная. Постой возле Горна. Щечки сразу разрумянятся. Горн мне не нужен. Щеки от бега раскраснеются. Ну, что теперь тебя так распалило? Я разберусь. Ясное дело, но если это касается Свободной горы, я должна знать. Ты послала двух охотников за стадом. Они пропали. Не может быть. Кейлов даже иголку в куче шлака найдет. Разве что он... Ах, он чертов безмозглый углежок. Что он сделал? Поменялся с Йоргризом. Ну, гнев и пламя. Теперь ты их накажешь? Да ерундой какой-то занимаются. Йоргризу и Беладге не надо помогать. Будут они вместе. Это как в кузне. Молот не надо подталкивать, он сам падает. Не думала, что Кейлов у нас такой сердобольный. Не злишься? Ха, он у меня теперь побегает. Но одно я усвоила. Есть вещи, которые неизбежны. А зачем вам нужны кабели бегемотов? Из них самые лучшие фитили для пушек. Так что нам все время приходится пополнять запасы. Эти пушки – залог нашей свободы. Без них разбойники и машины нас просто сметут. Их можно купить. Эти припасы лучше добывать самим, чтобы не зависеть от других. Такая ноша нам не нужна. Но меня ты просила помочь. Ха, иные ноши не в тягость. Почему дело такое срочное? Если стадо дойдет до котла, тогда все, не достать, а другого ждать еще долго. Нам нужны эти кабели, и как можно скорее. Найдешь этих двоих, отправь живыми домой. А если заодно принесешь кабели бегемотов, буду тебе обязана. Осторожно, еще привыкнешь. Это точно, разыщите охотников. Вот теперь можно. Так, давайте вот сюда переместимся, наверное. Потому что, чтобы не бежать, это все дело долгое. Все-таки быстрее загрузиться, чем бежать. Так, и где-то здесь еще ближе был тоже костер. Чтобы он тоже открылся у нас. Чтобы тоже открылся. Кто-то где-то топает. Блин, что-то у меня травы вообще нету. Вообще нет травы. Мне это нужно. Очень мало травы. Так я правильно бегу? Да, ну просто откроем этот костер и все. Может даже в нем будет сохраниться. Чтобы было. Так, все. Теперь поехали к охотникам. Чего они там намутили? А можно просто тупо вот так вот? Ай. Ай-яй-яй. Напрямую. Че мозги парить? Да можно напрямую.
стрелов наделаю. Немножко стрел. А, блин, напрямую-то не получится, да, походу? Тут гора. Бегемоты, по-моему, тоже не очень страшные, если не ошибаюсь. Или бизоны не очень страшные. Не помню. Да для меня уже никто не страшен. Я теперь вообще офигенная. Кстати, что у нас там по на... Блин, у меня столько навыков, а я сижу. Я вот этим не пользуюсь практически. Дополнительные ресурсы. Жмите R1 при прицеле, чтобы посадить тетиву еще стрелу до 3 стрел. Нет, когда уровень здоровья лови падает, так через мышечный удар, это не очень. Вот это можно. Так, нет, вот это. Бесшумная атака. Вот это нужно выучить. И вот это вот тоже можно выучить. Отлично. Теперь мы будем еще сильнее бить. Это же замечательно. Это же просто отлично. Это же великолепно. Это же просто офигенно. Да потому что ты мне мешала этим своим жужжанием. Ты сам задавал вопросы. Когда я начала работать в кузне, видела ли я подъемник в Меридиане? Будь здесь Кейл, кто-то идет. Привет. Это вы, Йоргрис и Беладга. Кейлов меня прислал. Правда? Петра знает, что мы упустили стадо. Нет, я упустил. Да какая разница? Может, давайте я его сама разыщу? Так будет нечестно. Это моя обязанность, не твоя и... не его. В стаде было 3 бегемота и еще несколько скарабов. Одной будет тяжело. Напугал. Не, ну давай, ну, как ладно. Бы объединим. Где вы видели стадо? На той гряде. Мы с тобой. Стой! Возьми с собой стрелы. Спасибо. Идем. Стрелы всегда при мне, чуваки, вы чё? Ну пусть помогут, мне как бы не жалко. Видишь, вот она свое дело знает. Раз это так просто, что ж сама не можешь? Они так и будут пререкаться? А, блин, они же будут мне мешать, они будут пререкаться, типа, да? Зараза. Это я приберегу. Я нашла следы. Сюда. Оттащите следы, вон чё. Блин, они же будут шуметь и пугать стадо, наверное, да? Зря я согласилась вместе с ними это делать, ну ладно. Теперь уже поздно отказываться, чё. Теперь уже поздняк метаться. Куда я иду вообще? Куда иду? Почему ты ее не заваливаешь вопросами? С чего? Так ты только во мне сомневаешься, как мне повезло. Блин, зря я их с собой взяла. Они меня задолбают. Ты видела огненные стрелы или обычные? Я думал, ты всегда... Гнев и пламя, Йоргрис, да хватит уже меня допрашивать! Сейчас я вам устрою гнев и пламя. Он задает вопросы, потому что ты ему нравишься. Он упустил стадо только, чтобы с тобой пообщаться. А ты попросила Кейлуфа поменяться с... Готовьтесь. Не дала я ей договорить. Добудьте кабели. Ой, да бегемоты же фигня. Чё там против них? Ага, уязвимость, броня. Ну это вот этой фигней, да, можно? Но сначала их надо это... заморозить или что-нибудь такое. Ну, наложить какой-нибудь дебаф. А тут еще скарабы. Так, подожди. Этот бегемот разъярен! Бегемот разъярен. Да тут не только бегемот разъярен, блин. Скараб разъярен. Да блин, положи ты 2 стрелы, а. Наконец-то заморозила, алло. Так. Теперь управлять скарабом будет легко. Да не буду я ими управлять. Мне и так. Мне нравится их бить. Управлять это скучно, на самом деле. Я котел прошла тут просто, чтобы пройти.
Ладно, наложила на них какой-то дебаф, но... Но... Это не очень, да? Так, подожди, может быть... Отбойный? Что-то отбойный тоже не очень. Это отбойный тоже не ахти. Так, давайте со скарабами разберемся сперва. Так, я вообще не ту стрелу хотела. Вроде нажимаю, что-то не работает. Ай, больно. Прям в попку. Прям в попку. Нормально, в принципе, наношу урона. Хотя лучше вот этой, наверное, все-таки сделаю. Они мне тут нифига не помогают. Все самой приходится, все самой. Мороз, кстати, нормально так помогает. Мороз и солнце, день чудесный. Не спим. Да, надо вот эти три стрелы тоже прокачать, полезно. Полезная фигня. А что я с корабов еще не убила? Не, прекращай. Во-во-во. Это уже плохо. Хилимся. Ай. Так, давай-ка. Давай-ка положим две стрелы. Фига они разъярились. Они прям разъярились прям. Жестко разъярились. Блин, пока их заморозишь, блин. Серьезно. Задолбаешься. Задолбаешься. Ай. Убейте его, блин. Я вам как бы заморозила. Дебаф наложила, вы бы били. Так, где там мои эти бомбочки? Тоже тема, кстати. Ой, надо скушать то, что я. Полудохлик я какой-то. Вообще нормально помогаю. Так, а против скарава, по-моему, вот эта фигня не очень, да? Да уйди ты отсюда, мешаешь. Да, против него кто-то это не очень. Ай, перестань. Бесполезные вообще вы чуваки, на самом деле, очень бесполезные. Все себе заберу, вам ничего не отдам. Все самой пришлось. Все пришлось делать самой. Йоргрис, я не знаю. Думала, ты меня критикуешь, потому и огрызалась. Я бы ни за что. Я просто хотел узнать тебя получше. Так, я могу что-нибудь сделать в плане... А вообще надо купить зелья. Надо купить их. А у меня жирного мяса нет. Мне нравится твой голос. Даже когда орёшь. Ты уж прости. Пусть они там пока милуются, я пособираю травку. А я не добыла, что ли, кабели? 9 кабелей. Что-то не поняла. Скоро мне это понадобится. А я что, не всех убила или что? Мне надо 9 кабелей. А что-то у меня не 9. Слышь. А, вот еще же. Это я не выброшу.
Это явно. Запрыгни ты. Мы решились. Мы с Беладгой будем вместе. Да неужели? Я так рада. Прямо рот до ушей. Но... Хоть завязочки пришей. Как глупо я себя повела. Обычно со мной такого не случается. Спасибо за терпение. Если хочешь, мы отнесем кабели Петре. Или ты сама отнесешь. Да, ну, сами несите. Несите их теперь Петре. С радостью. Обратный путь обещает быть поприятнее. А они донесут, а? Спасибо тебе. И ты... Не жди нас. Все, что ли? Коробка щедрой награды. Кстати, надо пооткрывать эти коробки. А то у меня их куча уже. А то у меня их уже куча. Вообще я ловушки не использую, кстати. У меня уже их скопилось. Дофига я больше. Ой, сколько у меня этих коробок. Чего там? А, камень. Нафиг мне камень-то? Вы что, прикалываетесь, что ли? Кстати, в них встречается мясо. Сейчас вот видела. Так. Изготовление. Может, я тогда сейчас могу зелье сделать? Тут что-то у меня с зельями вообще напряг. Да уж. Так, ладно, это задание мы типа сделали. Ну, не типа, мы сделали его. Но это-то солнце падет, я не буду уже начинать. Сейчас еще какой-нибудь мелкие вот эти дела сейчас поделаем. Заложники. Побочные. Смерть с неба. Блин, далекова. Это 25 уровень такой себе. Давайте вот это, наверное, заложники. Либо сейчас на карте гляну, где есть разбойники. Так, сейчас... Вот, например, вот здесь есть разбойники. Можно их позачищать. Чё бы нет. Чё бы и нет. Давайте. Перемещаться долго будет, судя по всему. Так. Я задание активное уберу, чтобы оно меня не отвлекало. Там, по идее, должен этот охотник стоять. Так, что такое? Зверьё моё. Походу, мы без охотника можем зачищать. А вон он. А, нет, показалось. А, там бурдюк ходит. Но я не буду с ними драться, по возможности, конечно. По возможности буду этого избегать. Камни повыкидывать? Как там они кидаются? А. Я ими вообще не пользуюсь так-то. Не вижу в них смысла. Покидаемся камешками. И заберу из сундуков. Ловушки тоже надо истратить, да забрать. Господи, сколько у меня этих камней теперь. Кидаем камешки. Так прикольно. Тям-тям-тям-тям-тям. Классно. Мне нравится. Мне нравится. Ловушки тоже надо истратить. Со взрывчаткой вот одна. И стабильная. И ловушка со взрывчаткой.
Где они у меня вот? Вот это вот, да? Можно попробовать на ком-нибудь? Как они вообще ставятся? Ее как-то можно... Как ее вообще можно? Давай попробуем. Пойдем сюда. Пойдем. Может взорвешься? Забавно. Эй, пойдем сюда. Пойдем. Сюда, сюда, сюда. Ха-ха, забавно. Кстати, прикольная вещь тоже. Тоже прикольная вещь, кстати. Очень даже забавная. Да, теперь мы можем забрать из сундуков. Ну а чё оно это пропадает зря-то? Нет, вещь тоже, кстати, забавная, мне понравилась. Просто пользоваться всем подряд это просто невозможно, как бы, поэтому я пользуюсь только чем-то одним. Нет, камни я не буду собирать. Их нафиг. Так, лагерь разбойников. Лагерь разбойников. Где тут чувак, охотник, который вечно нам давал эти задания? Возвращайтесь к своим делам. Ага, лагерь разбойников, пустой форт. Угу. Так, ну давай посмотрим. В первую очередь, конечно, стрелков надо выцеплять. И опять же, я не боюсь, если вдруг они вызовут подмогу. Потому что пробираться потихо там в этот самый... Туда внутрь искать этот самый сигнальный. Я его вообще, в принципе, не вижу. Где он там, этот сигнальный? Не вот этот? Нет. Он же должен как-то отображаться. О, а ты что, меня типа не видишь? Не... Убежал. Волосы теперь стоят на высоко. И вот всегда, когда разбой... Это, походу, специально так делается. Когда разбойники... Идет дождь. Так. Блин, ну вот эти старые не улетят, да, наверное. Вау. Они с удара не улетают, почему-то. Да хватит. Не столько много лечилок, чтобы с вами тут. Коса. А, нет, попала. Попала. Максимально сколько можно потихо вы убьем, а потом. А потом. Что, заняться нечем? Да, тебе что, заняться нечем? Где? Хватит из... А, еще и баба. Да ты ж чего? Так, я здесь не зайду. По-любому. Зайдем как нормальные люди через главный вход. А чё бы нет? Давайте будем так рыскать. Ой, убила. Нечаянно, я не хотела. Я очень хотела. Ой, как вас много. Ой, как вас много. Давайте все сюда. Кучи. Слышь. Слышь, малыш. Что они какие-то мощные стали? Они стали мощными. Слышь. Давайте все сюда. Всех поймаем. Всех, 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 все сюда. Норм, чё? Нормалек получается. Ой, 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 подпалил, подпалил. Подпалил, чувак. Немного подпалил.
Ну их там еще много, кстати. Сюда, придурки! Да блин. Тряпки. Вы тряпки просто самые натуральные. Вот, кстати, хорошо на них тоже ловушки ставить. Там 4 этих типа босса. Ну не босса, а главаря. И там он еще. Готов. Следующий. Не-не-не, чувак, так не пойдет. Блин, мои припасы кончились. Вовремя. Фига у тебя перекаты. Ладно, нормально. Вау, это откуда прилетело? Куда-то прилетело. А, вон он. Вон откуда прилетело. Да ну задолбали. Ладно, готов. Ой-ой-ой, что там прилетело? Ой, это вот плохо. Есть хорошо. Так, ладно. Вот этого надо убить. Ладно, готов. Спрятался, зараза. Я вас не боюсь. Не боюсь. Ой. Лишь бы не убиться по вас. Лишь бы не убиться. В смысле, а, кончились. Боеприпасы кончились. Норм. Кушай, блин. Кушай вкусную, вкусную няшку, вкусняшку. Ну, блин, чё он прячется там? Раза. Да умри ты уже. Задолбал ты. Я чё не попадаю-то по нему, я чё не пойму. Так, ладно, ещё один остался. Ой, сейчас убьёт. Убьёт и не почешется. Все зелья потрачу, пофиг. Не страшно. Вроде всех убило. Фух, это было жестко. Это было жестко. Тихо. Не забудь. Кстати, вот сейчас у торговца куплю это ловушки и зелья. Мне, в принципе, всего хватает. Денег до хрена. Только что сосуды нужно на это, но это не проблема. Сейчас продадим что-нибудь ненужное. Так. Такс. Почему это вибрация постоянно, когда я вот это продаю? Это как-то. Стальное стекло. Продам частично. Нет, это я продавать не буду. Линза скараба. Нафиг ее. Линза падальщика. Так, линза ловчего бурдюка. Так, ладно. Распродались немножко. Давайте все тут соберем. Осколков у меня теперь дофига. Ну, на зелье получается осколки и там эти металлические сосуды нужны и все. И все, в принципе, что-то.
Можно было не покупать, да? Тут все валялось. Ну ладно. Ну ладно. Ой, ловушки, ловушки. Тут куча ловушек, короче, да? Тут куча ловушек и всякого добра другого. Наконец-то. Помилуй нас, великая мать. Не дай, чтобы твоих верных людей не забыли. Такс. А, клад смерти? Это что за клад смерти? Что за клад смерти? Что это за задание? А, это продолжение основного. Нет, подождите. Подождите, продолжение основного, это, конечно. Так, ну здесь, короче, я все, что я могла, собрала. Лишняя тяжесть. Лишняя тяжесть, да, вот действительно. Так, что мы еще можем сегодня сделать? В принципе, еще есть время. Может, еще какой-нибудь лагерь зачистить? Так. Где у нас? Вот один лагерь. Ну, котел я не хочу, котел это надолго. Один лагерь. Один лагерь остался всего лишь, что ли? Да? Вот этот вот. Так, ну до него... Вот отсюда только если бежать, да? Давай попробуем. Зачистим уже. И все, с лагерями закончим. Вроде бы это последний. Так. Мне нужно много-много травы. Хоть зелье я и купила. Так, вот сюда мне. Но задание основное я уберу, чтобы оно меня не сбивало. Так. Стрел сделаю сразу же. Побольше. Побольше стрел. Так. И пошли, где там наша. А куда этот охотник делся? Что-то я не пойму. Обычно он нам давал задание. А сейчас что-то не дает. Ну и фиг с ним. Так, здесь у нас кто? А, это падальщики. Падальщики, фигня, я с ними даже, наверное. Хотя они у меня на пути стоят. Они стоят у меня на пути. Они горят хорошо. Красный свет — знак беды. Да прям. Кто там так топает? А, тут где-то жираф недалеко ходит, кажется. Длина шеи. Наверное, поэтому так топает. Да, где-то здесь же. Вроде как. Так, это у нас кто? Это у нас жвачники, что ли?
Доченьки вообще тряпки так-то. Ой, они что-то вообще тряпки. Можно и так убивать, в принципе. Обычными стрелами. О, а это кто там? А это кто там у меня? Здорово, птички. Птички-невелички. Где они? Вообще с одной стрелы подпалился. Чё, он еще живой? Чё прикалываешься? Чё прикалываешься? Где он, блин? Сейчас стрелой ему еще помогу. Да попади ты в него. Чё он там завис? Что-то было. Заморозился? А чё он заморозился? От моего копья, что ли? 42 уровень. Это странно. От копья можно заморозиться. 3 навыка. Ну так а снизу это такое. Я стелсом не пользуюсь. А вот это можно. 3 стрелы. Это я возьму. Типа при прицеливании R1 нажимать. Я правда забываю это делать. Но надо это делать. Это полезно. Тройной урон же получается. Особенно для дебафа, когда... Получается, ты три стрелы за раз берешь. Чего ты там не унесешь? Да ладно, ты чё? А, блин, я чё модификации-то не продаю? У меня же все теперь как бы это. А давай теперь посмотрим, что мы можем ставить. Фиолетовые. Повреждения брони. Мы же теперь менять можем, да? Точно. Давайте все синие на фиолетовые поменяем максимально. Сколько можно. Так. Так, не огонь. Давай вот это вот, наверное. Тимет Карха. А не тиметом я не пользуюсь, кстати. Тиметом я и не пользуюсь. Этот канатомет мне вообще не в тему, нафиг он мне нужен. Так, остальное у меня все фиолетовое. Теперь и фиолетовый буду продавать, судя по всему. Так, ну ладно, мне что это модификация, мне ладно, фиг с ней. Я забыла, мне модификации же тоже надо продавать. Забыла совсем. Так, вон они, разбойники. Оставлю на потом. Надо с ними быстренько как-то расправиться. Постараться. Во всяком случае, постараться. Так, разбойник, скала черного крыла. Сейчас надо пособирать. Травушки, муравушки. Так. Ну, ты какой живучий, а? Почему-то перестало отображаться это сигнальное устройство. Это странно. Ну чё, мы прям в лоб пойдем, наверное, да? Чё нам? Как говорится. Чё нам, чё нам? Так, кстати, три стрелы можем. Хотя на таких три стрелы тратить. Не совсем правильно. Это на боссов надо... Ой, на этих, на главарей надо тратить по три стрелы. А на таких обычных зачем?
Где там главарь ваш? А теперь я так зарублю. Где там ваш главарь вон? Вот три стрелы и норм, он все. И он до свидания. Это косая. Чё не попало-то? Конечно, мимо. Я тоже мимо, кстати. Так, ладно. Поехали дальше. Если сигнальное устройство слабо, оно поднимет сильный шум. Да и пофиг, пусть работает. Пусть работает. Мне пофиг. Но быстрее она может эти стрелы класть. Вот это полезно. Прям на главари. Ты не подашь сигнал. Стоять. Стоять. Я пойду сигналку убью, наверное, да? Или что? Или сигнал уже подали? Больше не сработает. Хе-хе, лошары. Лошары. Ну, просто лошары. Ой. Ой. Осмелела? Осмелела я? Осмелела? Так, следующий кто? Кто где еще есть? Выходи на честный бой. А, вон. Хе-хе, прям голову. Где еще? Где-то там. А, это не то. Где еще народ? А, не вижу. Припасы пособираю, чего бы нет. Пока пособираем припасы. Где он? А, вон он. Один, что ли, остался? Ну ты чё упала-то, господи, лой? Пока целилась, упала. Ты даёшь. Короче, без прицела не получается. Вот и все, проблем-то. Полагаю, мы все лагеря зачистили. Вроде на карте больше не было. А ловушки я могу продавать, кстати? Ну-ка, давай попробуем. Знаю, ты сделал. Давай попробуем продать. Оружие, одежда, модификатор. Да, я могу ловушки продавать. Я ими не пользуюсь, давай продадим. Зачистить все лагеря. Во, я же говорю, я же зачистила все лагеря. Я же красава. Их можно продавать. Эти я не продаю пока зелья. Пусть, пусть будут. Так, теперь надо все это собрать. Теперь надо все это собрать. Отлично, у нас получается в плане зачистки остался только один котел. Все, в принципе. Ну и найти все вот эти фигурки, шмигурки. Так, есть что еще тут, что я не собрала? Сейчас все это обсмотрю. А, сохранюсь обязательно. Обязательно сохранюсь. Еще раз все осмотрю. Лучше не нарывайся. Может, я где-нибудь чего-нибудь пропустила, не собрала. Сейчас посмотрим. Вроде все. Ладно, давайте на этом буду заканчивать тогда.
Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем до встречи в следующей серии или уже на стримах. Всем пока-пока.